Привет, меня зовут Ольга, и я хочу сегодня с вами поговорить о сетевом маркетинге. Что же это такое? Мультилевый маркетинг. Это домашний бизнес, который позволяет получать пассивный доход, независимо от работодателя, от клиентов, от поставщиков, от неплательщиков и вообще от внешних обстоятельств. Здесь все решаете только вы. Только вы решаете, сколько вам зарабатывать, что вы будете делать, какие будете ставить цели, как вы будете к этим целям двигаться. То есть все зависит только от вас. Многие на это скажут: ну вот, опять начинают приставать со всякими баночками, скляночками, со всякими пирамидами, а мне это надо? Сидеть целыми днями за компьютером, уговаривать родственников и знакомых подписаться под меня, ежедневно слышать отказы на мое очень интересное предложение о возможностях работы и заработка в сети интернет. Это хорошо, если это будут вежливые отказы, а могут и послать на небо за звездочкой. И вообще, это не мое. Правильно. Тысячу раз правильно. Самый идеальный вариант – это ходить на работу, отработал 8 часов и свободен. 2 раза в месяц праздник – это аванс и заработная плата. Что еще нужно для спокойной жизни? Нет, MLM – это действительно не для вас. Не могут все на планете быть богатыми и успешными. Надо, чтобы кто-то чистил улицы, рассчитывал заработную плату, сидел за кассой в супермаркете, стоял за стойкой в магазине, чтобы кто-то нас лечил, учил наших детей. Что мы хорошо усвоили с детства? Наши родители нам с детства внушали, что мы должны хорошо учиться, чтобы закончить школу, институт, стать классным специалистом и найти хорошую работу. Это мы усвоили с молоком матери. Но времена поменялись, и люди, которые получили хорошее образование и числились классными специалистами, работая наемными работниками или имея свой мелкий бизнес, столкнулись с существующими реалиями. Наступил экономический кризис, и работодатель, понятно, что ему тоже нелегко, решил, что в существующих условиях нужно снижать заработную плату и увольнять работников. Ему глубоко наплевать на то, что у вас взят ипотечный кредит, что у вас на иждивении дети и престарелые родители, что вы не в состоянии платить за квартиру. Оказывается, вы полностью зависели от внешних обстоятельств. А жить-то хочется. И хочется жить достойно. И не зависеть от дяди, на которого мы работали всю свою сознательную жизнь. И вообще, что мы можем дать своим детям? Чему мы можем их научить? Мы можем их научить тому, чему учили нас, наши родители? Или сможем научить своих детей создавать активы, научить их строить свою жизнь по максимуму, независимо от действий работодателя, правительства и мировых кризисов? Благо, в настоящее время это все очень доступно, и каждый может сам выбирать для себя, как ему жить и что ему делать. То есть каждый должен сделать свой выбор. Как вы думаете, вот этот дом, он для вас? Скорее всего, вы скажете: нет, он не для меня. Мой актив – это квартира в многоэтажке. Эта машина тоже не для вас. И эти машины не для вас. И вообще очень много чего не для вас. Путешествия, дальние страны. Нет, ну что вы, мы не можем себе этого позволить. Отдых на лучших мировых курортах. Ну нет, это очень дорого. Это не для вас. И это не для вас. Это тоже не для вас. И такая жизнь не для вас. Грустно, правда? Очень даже скучно. А ведь именно сетевой маркетинг может дать вам независимость. Именно в сетевом маркетинге находится возможность вашего пассивного дохода. А это то, что дает вам уверенность в будущем. Легко ли этого достичь? Ну нет. Нет и еще раз нет. Надо очень много работать. Надо строить свою структуру. Надо научиться каждое «нет» превращать в «да». Надо научиться держать удар и адекватно реагировать на отказы.
Надо очень много учиться, но согласитесь, что то, что вы можете получить в результате, стоит того. А вы всегда должны помнить, что вы хотите получить в результате. Каковы ваши цели? И очень-очень надо стремиться к осуществлению этих целей. И вы это можете сделать. Например, вот два человека. Один учится в институте 5 или 7 лет, по окончании ищет работу хотя бы на 500-700 долларов в месяц. Второй в свободное время начинает свой бизнес. Он знает, что бизнес в сетевом маркетинге – это бизнес инвестирования свободного времени в некоторое количество бесед. Он знает, что эти инвестиции, как и инвестирование капитала, начинают приносить доход через определенный период времени. То, что я говорю, совсем не означает, что у вас сразу на вас посыпется дождь из денег. Нет, надо очень много приложить усилий, очень постараться. Существует статистика, чтобы через 5-7 лет иметь доход от 5000 долларов, необходимо за это время провести от 3000 до 10 тысяч встреч с разными людьми. День получается от 2 до 6 встреч или переговоров. Это среднестатистические данные. У кого-то получается лучше, у кого-то получается хуже, но в среднем так оно и есть. От 2 до 6 встреч или переговоров в день. Мои спонсоры мне говорят, что нужно в день до 50 переговоров, до 50 контактов сделать. Да, некоторые делают так, и они достигают результатов, то есть они имеют доходы уже с нулями, с тремя нулями, скажем так, имеют через 2-3 месяца. Но мы будем говорить про среднестатистического человека, который не имеет навыков работы в сетевом маркетинге, который только что пришел, в день от 3 до 6 встреч. Если встреча одна занимает максимум 1 час или переговоры, то инвестируя 2 до 6 часов своего времени в день, вы можете выйти на доход от 5000 и выше через определенное время. Составьте себе план по достижению такого дохода на ближайшие несколько лет и следуйте этому плану. Умейте мечтать, умейте рисовать себе картинки, как у вас все это будет получаться, и у вас это все получится. Сетевой маркетинг – это бизнес навыков. Мы все, когда приходим в сетевой бизнес, все имеем какие-то определенные навыки, которые мы получили на предыдущем месте нашей работы. Вот недавно у нас на днях была конференция, там, где один из спонсоров говорил так. Ко мне, говорит, приходит человек, компания занимается рекламой в интернете. Говорит, ко мне приходит человек и говорит, я специалист по SEO-оптимизации. А этот спонсор говорит, а я ему отвечаю, а я специалист в сетевом маркетинге. Если мы сможем объединить вот эти навыки специалиста, предположим, в данной области по SEO-оптимизации и навыки специалистов в сетевом маркетинге, то это получится очень гремучая смесь, которая может принести очень хорошие доходы. То есть мы приходим со своими навыками, мы можем использовать их в работе, но нам нужно приобретать новые навыки. То есть нас не учили тому, как надо мечтать. Нас не учили ставить цели, планировать, действовать для достижения своих целей, анализировать. Вот достаточно спросить человека с улицы, почему он живет так, как он живет. И у него найдется десятки причин, почему он имеет такую маленькую зарплату, такую обшарпанную квартиру и так далее. И скорее всего, виноваты будут окружающая действительность, жена, муж, теща, правительство, государство, мировой кризис, все, что хочешь, только не он сам. А каждый человек должен понять, что в жизни то, что происходит в настоящий момент, это результат тех действий, которые он совершал в последние несколько лет. Поэтому нужно прежде всего менять свое отношение к жизни, надо менять свое отношение к деньгам, надо вообще перестраивать свое мышление. Надо очень много учиться.
Сетевой маркетинг – это бизнес отказов. К этому вы тоже должны быть готовы. Чем больше вы получите отказов при беседах, тем больше будет ваш доход через некоторое время. Более 900 человек после 1000 бесед скажут вам «нет». От 50 до 100 проявят интерес к вашему предложению, и только 5-10 станут вашими партнерами. Но это совсем не означает, что нужно в сетевой бизнес тянуть всех за уши, всех подряд, обещать им несбыточные какие-то горы денег уже завтра, какие-то несбыточные подарки, несбыточные какие-то ситуации. Нельзя это делать. Нужно людям говорить о том, что может быть реально в их жизни, что может поменяться в их жизни, что они должны для этого сделать. Сетевой бизнес – это бизнес построения человеческих отношений. Приглашая человека в бизнес, вы помогаете ему решать его проблемы. Решив его проблемы, вы помогаете ему научиться оказывать помощь другим людям. Так выстраиваются партнерские отношения в сетевом маркетинге. Вы сами делаете свой выбор. Вам, только вам, надо решать, то ли вы будете активно заниматься бизнесом, и в этом случае у вас есть шанс обеспечить себя и быть уверенным в своем будущем, или оставить свою жизнь без изменений, с той зарплатой, которую вы имеете, с той перспективой на будущее, которую обеспечит вам государство, если оно вообще будет в состоянии чем-то вас обеспечить. И тогда, скорее всего, вы столкнетесь с вопросом, который зададут вам ваши дети. А вопрос этот будет такой: почему мы живем так, а не иначе? И вот очень важно и очень интересно, что вы им ответите на это. Это все, что я хотела сегодня вам сказать. В следующий раз я поделюсь с вами своими соображениями по поводу выбора сетевой компании. А сейчас я желаю вам быть всегда на волне удачи. Пока-пока и всего вам хорошего.